Девушки тоже играют в футбол. В рамках 53-й школьной спартакиады «Олимпионик-2018» прошли соревнования по мини-футболу. Победительницами стали спортсменки из 48-й школы поселка Малаховка. Женский мини-футбол в Люберцах не столь распространен, но соревнования в рамках школьной спартакиады собрали много участниц. На них приехали любительницы футбола в возрасте 13-15 лет. Финальные игры прошли в ФОКе «Люберецкий». Принимают участие 4 команды. По результатам отборочных игр они заняли первые места в своих группах и вышли в финал. Это 56-я гимназия, 20-я гимназия, 25-я школа и 48-я школа. Соревнования начались еще в начале февраля. В отборочных играх участвовали сборные команды из 14 школ городского округа. Самые лучшие спортсменки показали интересную игру в финале. Судить достаточно приятно. Футбол, как вы сами видели, такой неплохой, хороший. Девочки молодцы, стараются правила не нарушать. Третье место досталось команде из 20-й гимназии. На втором – Красковская 56-я гимназия. Ну а первое почетное место завоевали юные футболистки из 48-й школы поселка Малаховка. Мы иногда тренируемся по пятницам в школе, и все. А так, в принципе, само все получается. Мы дружные, у нас нет проблем никогда. Чтобы победить, мы сначала продумываем тактику. Наш тренер тоже нам говорит, что куда бежать. Соревнования по мини-футболу среди девушек – это часть 53-й спартакиады школьных спортивных клубов «Олимпионик-2018». Даниил Михайлов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.